возникла проблема с застоем в швах, вот как мы здесь увидели с вами витилиго, нарушение мозгового кровотока, нарушение кровоснабжения в области удаленной застойной желчной, щитовидной железы, мы кладем пальчики на отключичную зону и потихонечку, не торопясь, убираем застой. Где? На отключичной зоне слева. Потом валерьян убираем застой в надключичной зоне права. И вот только теперь мы начинаем с вами убирать застой в области шва. У нас здесь два шва. Дожидаясь ухода дискомфортных ощущений в голове, то есть мы положили, подержали, дождались ухода дискомфорта в голове, пошли дальше. А затем еще убираем в шве выше, вот у нас шов должны пройти, должны эту помойку убрать. Трофические нарушения на ногах начинаются со звездочек. Эти венозные звездочки все знают, как еще их называют в народе. Не помните? Их и называют звезды, пациенты меня научили, их и называют звезды на ногах, да? И маленькие тромбики, они мне говорят. Звездочки на ногах – это нарушение оттока венозной крови, которая у нас идет в область подколенной ямочки и дальше – в суставы, проходя суставчик коленный, идут к тазобедренным лимфатическим узлам и к тазобедренным суставам. Значит, мы с вами говорим, начинаем мы трофические звездочки, язвочки лечить с подколенной зоны, да? И мы с вами просто ладошкой проглаживаем вот эту зону, потому что мы не должны с вами нарушить течение крови в глубоких венах. Мы сейчас с вами тут работаем по подкожным венам, да? Вот это вот у нас поверхностная работа идет. Мы все должны подойти к вот этому трофическому нарушению. Вот мы сделали, диагностику провели. Вот отсюда у нас где ощущение сейчас появилось? Правом паховом узле. Паховый лимфатический узел. Мы и говорим, идущее воспаление в кишечнике, паховые лимфатические узлы собрали продукты воспаления, нарушилась скорость венозного оттока, возникла клапанная недостаточность вен. И вот потихонечку по подкожно-жировому слою мы убираем сдавление периферических вен и артерий. Во, приходим на зону, которая у нас плотная-плотная. И вот здесь мы и говорим, почему и полезли венозный рисуночек у нас здесь, потому что здесь идет уплотнение лимфы, застой. Можно это сделать на поднятых ногах, можно это сделать непосредственно, вот так вот, как я делаю пальчиками, легонечко-легонечко, ничего не передавливая. И тогда у нас будет ножка светлеть. После того, как проработали лимфатическим массажем, мы с вами можем ввести наружно препараты Виватона, наносим их как? Также по линии лимфооттока. Вот так намазали желе Виватона и потихонечку, куда его стащили? Опять вверх. Вот так мы восстанавливаем клапанную, мышечную силу клапанов. И тогда уходят у нас вот эти трофические нарушения. Не все просто. Ежедневные обязательные мероприятия лечения хронического воспалительного процесса в кишечнике. И тогда светлые ноги. По ногам оцените работу кишечника. Оцениваем и говорим, что мы можем эти нарушения убирать. На меня, потом сюда. Ага. После каждой травмы, особенно если это было с повреждением целостности поверхности, мы должны отрабатывать швы. И независимо от времени операции, травмы, мы должны с вами восстановить чувствительность шва везде одинаково. Для спортсменов это очень актуально, у них очень часто травмы. Обязательно бывают травмы с повреждением поверхности, значит, тогда сшивают, делают шов. У нашей дамы шов вот этот, который, посмотрите, на голени, на коленке. Ему уже сколько лет этому шву? 15 сентября 2016 года. Это значит, 6 лет уже у нас есть, да?
Ну, 5 лет. Значит, мы говорим, за этот промежуток мы под шину не лазили. Не лазили, только пчелок стали. Не лазили. Слава Богу, она вот здесь потихонечку разгуливала апитерапию. Пчелу жалеем. Но и виватоном немножко тоже. И виватоном отрабатываем. Но самое важное, нам пройтись по нитке шва. Это так и называется. Работа с ниткой шва. Поэтому вы начинаете ближе всего здесь к паховым лимфатическим узлам. Вы отрабатываете сначала паховые лимфатические узлы, диагностируете, где ощущения в шве возникают, когда я так тяну, куда мы попали. Тишина. Переднебедренную поверхность, напряжение, расслабление. Ищем, где у нас лимфатические узлы паха сейчас мешают кровоснабжаться шву. Мы активируем эти лимфатические узлы паха. Бедренная поверхность у нас передняя. Все спокойно в Багдаде. Удивительно спокойно, хотя мы тащим, потому что вы немножко занимаетесь собой уже. И вот он прекрасно нам решает. Прекрасно. А теперь мы приходим на шов. Самая важная ваша задача. Мы на кончик шва ставим пальчики, продолжаем другими пальчиками, ощущаем, что мы стоим на нитке шва и начинаем организовывать движение по направлению движения лимфатических линий. Напряжение, расслабление. Что происходит со швом? Со швом ничего, а далекое какое-то вот тут, вот под коленкой. Под коленой, то есть мы сейчас через шов разгружаем подколенные лимфатические узлы, чтобы у нас как раз прошел процесс восстановления самой костной ткани и убралось воспаление, чтобы не допустить воспаления костной ткани, остеомиелита, посттравматического. Поэтому все швы подколенные, которые у нас сейчас запрятаны, они вот зашевелились, когда мы заработали швом. Уходит ощущение подколенное? Мелькнуло, прогладили. Эту часть переходим на другую часть шва и опять диагностируем, чтобы доработать напряжение, расслабление по ходу движения лимфатических линий. Напряжение, расслабление. Напряжение откуда тянем? Опять под колено тянем. То есть до тех пор, пока мы, работая со швом, не уберем ощущения в подколенных лимфатических узлах, мы не уберем в них застой. А стало быть, будет замедляться срастание кости, например, если она у нас треснула, если у нас был перелом костной ткани. Почему замедляется процесс срастания костной ткани? Потому что идет там воспалительный процесс костной ткани. Это же место повреждения. Там есть воспаление. Нам надо, чтобы работали местные лимфатические узлы. Вот мы сейчас, здесь местные лимфатические узлы подколенные. И потихонечку убираем с вами со шва. И так мы должны будем с ней проходить по всему шву. Напряжение, расслабление. И додерживаем, чтобы у нас ощущение под коленными лимфатическими узлами, оно ушло. Опять пошло туда? Но по капле крови, когда мне определяла Олег Владимировна в центре, по капле крови, я была ревнула. Какие? Ревнула. Но было много иммунных клеток. Это ответ на воспаление. Вот да. И до сих пор мы говорим, если у нас, укладывая руки на шов, мы ощущаем ближайшие местные лимфатические узлы, значит, воспалительный процесс еще в костной ткани идет. И вы клетки эритроциты поверхностные, периферическая, это все видно. Да, и это видно, да, и микроскоп. Ну, это и видно сейчас, мы с вами проверили пальчики. Потом всегда работайте с зоной травмы. Все будет спокойно при работе со швом. Тогда мы молодцы, мы можем отдыхать. Если ощущение есть, ощущение извращения чувствительности, горит, либо немое, либо еще что-то, и ответ паховых лимфатических узлов говорит, что надо продолжать работу. У меня механическая подпластина, При трофических нарушениях в нижних конечностей криминальный уголочек у нас в зоне подколеночки, да? Веночка, вот здесь у нас видно веночку, да? Вот она у нас веночка. Вот коленочка, вот идет веночка. Вот мы можем, поставив пальчики на веночку, убрать застойную зону здесь. Вот сейчас мы также убираем, и вы также ручкой раз, в сторону коленочки напряжение, здесь расслабление.
Вот на втором цикле лимфатического массажа мы должны научиться регулировать венозную и артериальную сетку сосудов, которая сдавливается лимфатическими узлами, лимфостаз, и тогда идет дальше трофические нарушения в нижней части голени, которые практически всех сейчас у нас, к сожалению, посещают эта проблема.